Всех приветствую. Сегодня будем заливать тротуарную плитку. Засыпал бетономешалку. Три ведра отсева щебеночного, ведро цемента, ведра отсева в гору с горкой, а цемента чуть. Короче, 12,5 килограмм, пол мешка 25-килограммового. Так вот, ведра не хватало, 10-литровым доверху. Замутил я пластификатором, ведра уже. Вот 4 литра воды, около 5, и колпачок пластификатора из дихлофоса, с баллона, 100 миллилитров, короче, он получается. Подготовил вот формы, отработкой промазанной и мульчированной цементом чистым. Цементом 500 евро, уже вымесил я это все дело тут, отсев с цементом. Это наш вибростол самодельный, на пружинах. Здесь стоит просто мотор с эксцентриками. И подключу все это дело через частотник. С частотным преобразователем он довольно так хорошо себе показал. Сейчас не испытывал, но хоть и эксцентрики на моторе небольшие, легкие, но частотой можно подбирать, резонанс хороший. Где-то получается частота 40, аж подскакивает этот стол. Ну, подскакивать нам не надо, это вначале сыпану, а там мелкой частотой, высокой, чтоб хорошо воздух выгоняло. Так, поставил я 6 форм, и здесь 6 сейчас осталось. Будем дальше работать. Передвинуть бетономешалку чуть ближе. Thank you.
думаю, хорошо выносилось уже. Пытался от задней стенки отнять этот слой, чтобы хорошо вымешанный был. Вроде бы нормально. Раствор не мокрый. Такой вот полусухой. Получается вот. Нажимаю рукой. И получается колобок такой. Самое нормальное. Даже многовато воды. Можно было чуть меньше наливать. Там около 5 литров можно было. 3,5. Ну, чтобы не жидкий сильно был. Это даже, да, чуть редковатый, то, что видно, такое уже грязь выступает. Нормально будет, воды немного, что-то. Ладно, сейчас будем заливать, подключу я частотник наш. Где-то провод под навесом, пойду сейчас включу и будем работать дальше. Поставлю камеру сначала. Так, вроде видно. Включил частотник, сейчас запускаем двигатель. На 50 Гц покуда, на 48. Немного оборотов сбавил на 37 Гц. Покуда засыпать буду первую порцию.
Да. Видно наш раствор, хоть и густоватый, но поплыл. Но выступает влага сверху. Сосева я первый раз заливаю плитку раньше. Со щебенки пробовал заливал. С песком. Ну, не понравилось мне. Там мне тут наш местный бетонщик подсказал, что сосева фундамент хорошо заливать. Со щебеночного. Я решил плитку попробовать сделать. И вроде так неплохо получается. Посмотрим. Работая наш частотник китайским, добавляем оборотики. Ладно, наполнять буду.
мотор холодный, Эдмона греется. Тот штапер сделал побольше, там на валу сбитые пластины на центральном, на якоре, то сдвинутые, то там греется вал сам. А этот нормальный, холодный, только подшипники чуть от вибрации нагрелись. Так, неплохо вибрирует, уже он видно поплыл раствор. Немного все-таки переложил сюда. Ладно, пойду сейчас штапель возьму плоский, пластиковый, да. Сравняю все это дело, лишнее сошкребу и сейчас довибрирую. Ну, уже снимать не буду. Видите, как получилось, неплохо так. Затело я, можно сказать, первый раз заливаю, то заливал песок, три части, щебенка четыре. И вода, то с песком выгоняю наверх цемент, когда чуть воды переберешь, там вода тяжкая. А затело мне плохо, вон такие как пластилин. Даже уседаться хорошо не хочет. Пластилин, пластилином видно, вот. Это вот раствор. Ну тут больше уже влажный. У них влага сбегла, надо снизу брать. И верхом долаживать, так. Там, где меньше влаги. Но она вроде не сильно сбегает, так. Надо мне сделать где-то около 5 метров плитки. Под навесом доложить. Плитка у нас такая рифленая снизу. Красиво получается. И потом, думаю, эту плитку покрыть эпоксидным клеем. Получается тогда пластик сверху слой. Она не стирается совсем. Ладно. Пойду я сейчас шпатель возьму. Выровняю еще все это дело. Малость завибрирую. Потом, если будет время, я с палубку сниму тоже видео. Покажу, что получилось. Но с отсева неплохо должно получиться. Это... Хотя расход цемента и побольше получается. Я с ведра заливал тогда вот эту партию. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 штуки. Эти формы и эти. Бордюр и еще толстых плиток 8. С ведра цемента. А здесь получается всего лишь 24. Ну будет... Зато крепкая. Это где-то метр квадратный. Она 16 на 15 размер. Ну, 15,5. Эй, ладно, буду заканчивать сейчас. Доделаю это дело, чтобы долго раствор не стоял. И поставлю на это высыхание на пару дней тени. Может даже завтра распалубим вечером. Да положим, хай уже доходит где. И еще хочу попробовать с жидким стеклом, силикатом натрия залить. Но там быстро надо, чтобы не засохло быстро. Снимать навряд ли буду, но результаты покажу тоже, если буду заливать. На этом я заканчиваю. Кому было интересно, ставьте лайки, комментарии пишите. Всем удачи, до свидания.